Музей Дальнегорска в этом году откроет свои двери в неурочное время и примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Специально для этого события сотрудники музея подготовили конкурсы и викторины, креативные мастер-классы. Так, например, зрителю предложат перевести зашифрованные послания с древних языков на современные. Еще увлекательным может стать задание отгадать назначение старинных предметов, с которыми сюда прибывали переселенцы. И таких экспонатов в фондах музея достаточно. Здесь будут проверять смекалку и знания о природе, о животных этого района. Так что эта ночь в Дальнегорске обещает быть максимально увлекательной. На площадке выступит народный духовой оркестр «Ретро» и воспитанники детской школы искусств.